Всем привет! С вами я, Алексей. И не только я, а вместе со мной еще и... Тут моя племянница рядом сидит. Аня! Всем привет! Мы, разумеется, будем записывать мод... Какой? Саманта! В бесконечном лете, разумеется. Ну, это вы уже сами видите. И, разумеется, перво-наперво, что хочу вас попросить, а это то, чтобы вы досмотрели это видео до конца, потому что в конце будет для вас важная информация. А мы продолжаем. За столом Ольга Дмитриевна сразу началась с сюрприза. Итак, ребята, мечтали... Да вы когда-нибудь поучаствовать в театральной постановке? Нет. Да. Ответили мы одновременно. Что да? Ты даже не знаешь, о чем был вопрос. О театре, очевидно. Люблю театр. Верно. Ну что, поставим пьесу? Очередное предложение, от которого невозможно отказаться. Я не знал, что в лагере есть драм-кружок. Вот и исправим. Это досадное недоразумение. Лучше не надо. Очевидно, тут его не было, потому что он и не нужен. Что ты имеешь против постановки? И что за постановка, например? Ромео и Джульетта, например... Не например? Не например, а она и есть. Давайте уж Лолиту сразу. О! Я обожаю фильм, такой красивый и грустный. Но почему не «Ревизор» какой-нибудь или что там обычно ставят? Нужно что-то международнее. Ольга Дмитриевна качнула головой в сторону Саманты. Та беззаботно уплетала омлет. И как же мы поучаствуем? Мне полностью обучить Саманту русскому или хватит фразы «кушать подано»? Хватит, Семён. После завтрака подойдете к сцене. Там обсудить детали с Женей. И за главного. Она за главного. Там обсудите детали с Женей. Она за главного. Женя, за главного. Раз с каждой моей фразой ситуация ухудшается, лучше и правда молчать. На выходе из столовой я поймал за рукав Ульянку. Ты что вчера устроила на футболе? Хочу и устраиваю. Я думала, ты у нас врать... Вратарь. Извиняюсь. Хочу и устраиваю. Я думала, ты у нас вратарь, а не судья. Так, у нас тут выбор стоит. Пристыдить и заставить извиниться. Ну, заставить извиниться, это как-то, наверное, грубо будет. Она же девочка все-таки. Ну, давайте пристыдим. Да что с тобой такое? Ну, ладно, заигралась. Но извиниться-то нужно было. А что я такого сделала? Игра такая. Ты что, футбол по телевизору не смотришь? Где все целы остались? Там матч не удается. Не юли. Сама все знаешь. Извинись хотя бы для очистки совести. Моя совесть чиста. Ульяна разжала мою ослабевшую хватку и убежала. Это она так извиняется.
Не сомневаюсь. Ух, Ульянка. Покинув столовую, мы направились в сторону сцены. Там нас уже ждала Женя. С ней была вот неожиданность. Славя! О! А вот и моя труппа пожаловала. Сказал бы я, где твоя труппа и кого она там доедает. Привет! Привет! Мы еще никуда не записывались. А Ольга Дмитриевна отправила нас сюда для галочки. И вот мы и пришли для галочки. Только ты? В следующий раз она про драм-кружок вспомнит, когда мы уже гастроли по Парижам давать будем. Оно вам надо? Спектаклю быть! И тебе от него не отделаться, пока ты из домика вожатый в лес не переедешь. Ну и там найдем и заставим. Не ссорьтесь, ребята. С приветом же, ребята. Привет. Все улыбнулись. Добродушная реакция Саманты на дразнилку от Жени. Страсти поутихли. Ладно, давайте распределять роли, а потом будем искать людей на остальные. Славе обещала помочь. Погодите, почему именно Ромео и Джульетта? Почему нет? Это классика. Ну, это такое... любовная. Хотел сказать девичья, но с учетом моего окружения все сходилось. Все уже решено. Итак, я, несмотря на свои функции постановщика, еще и решила взять на себя роль Джульетты. Старого аптекаря. Аптекаря Джульеттой. Если кто-то еще не догадался, будет Саманта. Я Джульеттой? Но как это все будет? Вроде немного представления. Вроде немного представления. Справедливый вопрос. Вы рассчитали все. Но немного не учли языковой барьер. Не ерничай. Для Саманты у нас есть текст на английском, для остальных на русском. Вот, держите. Но ее же никто не поймет. Чего там понимать? Сюжет все знают. Главное, интонация, жесты. А по-моему, интересная затея. Может, даже откроем новый жанр. А как она поймет, когда черед ее реплики? Когда другие замолчат. Ты тоже попробуй помолчать как-нибудь. Пользуясь возможностью секретных переговоров, я мягким тоном обратился к Саманте. Пустая трата времени. Она просто упивается властью тут. Давай уйдем, а вожатый скажем, что не любим театр. Вообще-то, мне понравилась идея. Но Джульетта для меня это слишком, наверное. Тут ты прав. Ничего такого я не имел в виду. Я поняла, раз тебе не хочется, то и разговора нет. Уходим. Девочка хочет играть Джульетту. Как сказал классик, может, я и негодяй, но не до такой же степени. Остаемся. Трагично вздохнув, я кивнул девочкам, выразив покорность.
Теперь нам нужен Ромео. Стайка пионеров, наблюдавших за нашим театром, на этих словах начала стремительно редеть. Знакомая картина, да? Женя сидела на подмостках с таким видом, будто перед ней выстроился десяток марлонов. Сейчас, секунду. Все. Да что ж такое? Женя сидела на подмостках с таким видом, будто перед ней выстроился десяток марлонов Брандо и Юриев Яковлевых. Я ловил на себе взгляды остальных пионеров. Ну уж нет, если от участия не отделаться, то из двух зол. Я взял копию пьесы и изучил список действующих лиц. Я буду Меркуцио, вот. Лучший друг Ромео, молодой повеса. А кто же будет Ромео? А это уже не проблема, Меркуцио. Вот выбрали пьесу с кучей мужских ролей, хотя мальчишек в нее силком не затащите. Я поищу, но, честно говоря, проблема есть. Почти все при других кружках уже. Ладно бы на небольшую роль. Ух, в этот момент налетел порыв ветра и вырвал листки из рук Саманты. Упс. Она кинулась подбирать, но несколько уже закончили свой путь в лужах. Ничего страшного. В библиотеке еще копии есть. Я схожу. Пойти со Славой или остаться? На чем мы за ней увязываться будем? Мы же как бы с Самантой остаемся. Понимаете, если мы будем выбирать другие выборы, пойти за Славой там, да, или там, допустим, еще что-то такое, то есть против Саманты, то прохождение Саманты очень быстро бы закончилось. Наверное, дня на четвертом, скорее всего. Они бы даже вот эту пьесу бы не сыграли. Поэтому мы выбираем те варианты, которые больше к Саманте склонены. Слава ушла, чтобы не тратить время зря. Саманта выразила желание сходить домой за маркерами и другими вещами. Конечно, я с тобой. В смысле, мне надо тоже кое-что захватить. Оставаться наедине с Женей не входило в мои планы. И вот я Джульетта, как интересно, спасибо. А мне интересно, как это все получится. Им нужен Ромео, так? Так, есть соображения? Я тут не очень много мальчишек знаю. Только тебя вообще-то, а ты занят. Постой, это женский лагерь? Да, а я выиграл путевку в лотерее. Везунчик! Мы подходили к домикам. Зайди, я тебе кое-что покажу. Ты магнитофон вообще не выключаешь? Никогда. Вот если бы музыка у меня не была отключена в настройках, сейчас бы играла какая-нибудь авторская мелодия здесь. И мне бы YouTube прислала бы предупреждение. Скажем так. Саманта достала из дорожной сумки большую коробку. Что там? Подожди, не смотри. Та-да! Я знаю, что будет превьюшкой к этому видео. Да, я уже знаю. Коробка была доверху забита сладостями, сникерсами, жвачкой, леденцами,
Некоторые бренды я видел впервые, в первый раз. Наверное, и в последний. Сверху лежал петушок раздачи конфет Pets. Смотрел он на меня недобро. Вот он. Петушок. Прошу тебя. О чем? Угощайся же. За Кока-Колу вкусную продались мы давно. Отказываться было невежливо. Я взял лакричную конфету. Спасибо. Давно таких не видел. Возьми еще что-нибудь. Попробуй. Мам. Мам. Знаешь такие? Не-а. Настоятельно рекомендую. Я с недоверием взял одну тянучку. Если они так хороши, то почему не дошли до нашего рынка? Ну точно, совсем же невкусно. Почти совсем. Пожалуй, возьму еще пачку. Если Саманта отвернется. Нужно раздать их ребятам. Только вот как? А что если отнести их Жене? Женя, почему ей? Как главный на хранение в конфетный фонд театрального кружка. Похоже, все послы доброй воли либо очень добрые, либо очень толстые. Ты не из старых, конечно. То есть, это не нуждается в пояснении. Это худая, вне всяких сомнений. Просто я слышал, что даже худые девушки часто переживают по поводу веса. Так что... Сёмыч, сворачивайся, хватит уже. Прости. О, он меня услышал. Всё в порядке. Я не толстая, потому что меня давно уже тошнит от всех этих сладостей. Можешь представить? С трудом. А вот правда, 2 года бесконечного. Возьми конфету, Саманта, и ты уже не можешь смотреть на ней. Печальная история. Понимаю, как это звучит. Ты думаешь, как кажется, как сыр, катается, как сыр в масле. А еще жалуется. Нет, это правда грустно. Сказка о потерянной конфетной радости. Ты такой врун, что берем коробку. Давай, только заверни ее во что-нибудь, а то тут много охотчик до конфет. Вернувшись к сцене, мы застали Женю за перепалкой с Алисой. Тогда я забираю гитару. Даже не думай. Но она вам тут не нужна совершенно. Не твое дело, весь реквизит остается на месте и точка. Вы на ней будете играть? Играть для постановки будет Мику. На чем решать ей? Хорошо, захочет, заберет у меня. Чтобы ты с гитарой по всему лагерю таскалась. И где искать тебя потом? Да какое таскалась, в доме у меня будет. Никто не отдаст тебе ее. Вещь, попавшую в твои руки, можно сразу списывать. Как сломанную, или потерянную, или все сразу. Ну и подавись. Алиса прошла мимо, даже не взглянув на нас. Так. Попросить для нее гитару. Предложить ей роль. Пусть идет. Давайте попросим гитару для Алисы, да? Чего же ее так это обижать-то?
Почему не отдать гитару? Та нам только мешаться на сцене будет. Ни за что, я отвечаю за весь реквизит. Всему лагерю будет спокойнее, если Алиса занята будет, а то пойдет дома со скуки жечь. В библиотеку, например. Угрожаешь теперь? Я отвел Женю в сторонку. Слушай, у нас гостиница для драм-кружка, целая коробка. Но только в обмен на гитару, под мою ответственность. Вот вы зациклились на этой гитаре. Что у вас, любовная переписка в ней спрятана? Ну что ты, наши три тома подшивок туда не влезут. Ладно, бери, но не забудь, что под твою. Да-да. Искать Алису не пришлось. Последние пару минут она ожесточенно завязывала шнурки в полусотни метров от сцены. Не знаю, как и зачем, но спасибо. Но тут же спохватилась. Хоть и не особо нужна мне эта гитара. А не хочешь в пьесе поучаствовать? Не. Еще и она там. Но пьесы все равно чушь. Она? Надеюсь, это не про Саманту. Лучше заходите в гости. Я вам Битлов сыграю. Ну, конечно, согласится. Мы же и на Алиску тоже хотим выйти. Так ведь? Ну-ка, Алисофаги. Дружно сказали в комментариях «Да!» Соглашаемся. Хорошо, зайдем как-нибудь. Ладно. Тебя ждут там. Бывай. Ага. Так, ребят, я пойду еще актеров искать, а вы начинаете учить роли, что ли? Удачи. Когда Славя ушла, Женя невозмутимо устроилась в тенечке с книгой. Мы тогда тоже пойдем. Ну, после обеда, чтоб были тут. Да не вопрос. Мы разошлись по домикам. Иногда каждому нужно немного личного времени. Или много. Я прилег на кровать и осознал, что мне не хочется даже смотреть на пьесу. Как бы свернуть это дело, не расстроив Саманту? Никак, наверное. Но если этой затее суждено провалиться, то не лучше ли убить ее в зародыше? Какое-то время я пребывал в полудреме, пока меня не привел в себя стук. Это Саманта зашла за мной. Оказалось, сигнал на обед уже был. Опять в столовой. На этот раз Ольги Дмитриевны в столовой не наблюдалось. Мы сели втроем со Славей. Когда мы разобрали свои тарелки с подноса, я заметил краем глаза и Женю. Казалось, думала подсесть к нам, но в итоге прошла мимо. Как успехи в поисках кадров? Не очень. Никто не хочет учить большие роли. Может, нам стоит сократить текст? Что-нибудь сократим. Но не у главных персонажей. Там не так много на самом деле. И не забудь, что у нас два разных текста. Вырезаем. Нужно синхронизировать. И делать это придется тебе. Слушай, ты ведь на себе все тащишь. А Женя у нас как сварливая гардеробщица, только одежду не принимает. Не будь ее, к нам бы уже весь лагерь записался. Нет-нет, без нее ничего бы не вышло. А у нас ничего не вышло пока.
А я после Артека пробовала приготовить дома борщ. И он был неплох вообще-то. Почти как этот. Но он не получался красным. Не смогла найти свеклы. Положила туда помидоров. Не помогло. Борщ без свёклы – это не борщ, это оскорбление. Так тоже можно, но мы такой суп по-другому зовём. И как же, надеюсь, проще, чем борщ? Лучше не спрашивай. Ну да, на пару букв проще он произносится. Ну, суп с помидорами, как борщ, это что за суп? Щи! Ну, ладно. После обеда мы собрались у сцены в старом составе. Ну, а как они это будут делать, и кто там у них будет в их составе старом, мы узнаем уже в следующей серии. А пока, как всегда, напоминаю вам, чтобы эта серия вышла побыстрее, пожалуйста, оценивайте эту серию. Не забывайте подписываться, если вы не подписаны. Без подписки вы пропустите следующую серию. Ну и напоминание там в подписке не забудьте активировать, чтобы все уведомления вам приходили от меня, с моего канала. Ну и комментарии оставляйте. Восхищение свои там, племянницы мои, тоже на моем канале, пожалуйста, оставляйте. Она ответит. Она за этим тоже следит. Да? Конечно. А также напоминаю, что по каждому моду у меня теперь есть плейлист. Поэтому не стесняйтесь, заглядывайте, смотрите. Наше творчество. Оценивайте. Ну и все. И на этом будем с вами, наверное, прощаться. Продолжим в следующей серии. Всем пока. Пока.